сотку в домашнем уютном виде. Перед тем, как начать, хотим попросить вас, чтобы вы посмотрели наше предыдущее видео о японских сладостях, потому что почему-то оно не высвечивается в разделе подписки, мы его уже 3 раза перезаливали, и чтобы там хоть 1000 просмотров было, пожалуйста, посмотрите. Именно поэтому нужно нажимать колокольчик. Конечно. Потому что уведомление как бы приходит, но в ленте не высвечивается, так что да. Всем привет, мы не сестры, нам 16 лет, и мы живем в Москве. И сегодня мы в формате распаковки будем рассказывать вам о покупках из одной группы ВКонтакте. Основная область специализации этой группы – это разные стикеры, распечатки, плакаты. И такая небольшая особенность, то, что, знаешь, Ульян, там можно там можно присылать свои фотографии и сделать с ними плакаты, стикеры. Вы можете, например, сделать подборку из своего любимого фильма, и вам просто это сделают в виде стикеров. Мне кажется, это очень круто. Очень удобно. Ссылка на эту группу, конечно же, будет в описании. Ну а мы покажем свои покупки. Такая заказная бандера. Достаточно плоская, но по сути там стикеры в основном всякие. Там сейчас много интересного будет, чувствую. Мне кажется, вот насчет стикеров, то, что ты можешь делать свои собственные стикеры, создать свою собственную подборку, вообще такого не видела ни разу нигде. Да, вот именно фотографии, это еще как было. Фотографии, да, повсюду можно уже заказать, а стикеры, то свои любимые стикеры собрать. Готово? Нас встречает бумажка. Ну, смотрите, тут 100 слоев бумаги. Очень классно. Все, а вот, давайте начнем с первого. Я заказала в этой группе эко-сумку, там есть много разных, стоят они, по-моему, по 350 рублей. В основном, как бы, я ее заказала, чтобы ходить в магазин. Обычно мы с Ульяной берем с собой рюкзаки, туда просто все складываем, пакеты не покупаем. И, в принципе, я сумки никогда не ношу, но вот решила попробовать, сейчас такая тема популярна. Да, называется шопперами. Да, шоппер. Я заказала с своим любимым сериалом Stranger Things. Очень странные дела. Кстати, дизайн сумки я выкладывала в историю в Инстаграме, и вы помогали мне выбрать, так что подписывайтесь на наш Инстаграм. Много всего интересного там, в общем. А по материалу напоминает, знаете, вот из Ашана такие огромные сумки. Есть тканевые сумки в гипермаркетах, только это более плотные, то есть... Ну, эко-сумка, что могу сказать? В общем, принт крутой, сумка большая, много туда моих йогуртов поместится. Думаю, в принципе, многим такая вещь пригодится, опять же, чтобы не брать пакеты. Да. Бережем природу, будем тестить, как мне вообще эта сумка. Вдруг она станет моим фаворитом, и я с рюкзаком, может, не буду ходить. Тут рекомендации по уходу, как ее стирать и так далее. То есть тоже важная вещь. В этом магазине... Очень-очень низкие цены, очень низкие цены, плюс там еще распродажи бывают, то есть конкурсы. Тоже в этом магазине очень популярны стикеры вот таких вот миленьких конвертиков, которые вам не видно. В общем, тут очень милые конвертики, и эти стикеры там именно разрезаны, то есть там прям... Вот, а это что? А это что, в подарок дали? Я не знаю, это мне, наверное. В общем, такие конвертики, и там вот именно маленькие стикеры разрезные. Ну, какой миленький. Кстати, там можно выбрать матовые и глянцевые. Типа. Там, по-моему, на всех стикерах. Там везде можно выбрать, какие вы хотите. О, миленький, красивый. В общем, все разрезано, очень удобно. Очень аккуратно. Пошки, камепошки, картошка. Еда. Кажется, все хорошее. Ну, конечно. А сколько они стоили? Они стоили рублей 40, по-моему, 5. Да, какая-то вообще распродажа была. Я такая, что? Заказала я, значит... Красотень, Камил! Магниты! Девчата, заказала магниты со своими фотографиями из разных городов. И, типа, очень прикольно. Вместо того, чтобы покупать магнитик там в городе, это тоже, конечно, круто. Можно заказать вот с такой фотографией, вот, например, с Питера, из Казани, из Финляндии. Камил, это балдеж. Очень качественно напечатано, очень. Ну, в принципе, так же, вот как вы выкладываете фотографию, прям точно такой же. Да, то есть там, причем, знаешь, фотографии с телефона как бы я кидала, и я думала, качество будет хуже, но нет. Посмотри. Ты довольна? Это балдеж. Итак, я заказала 3 фотоленты.
Я почему-то ничего не заказала со своими фотографиями, решила что-то как бы более вдохновляющее. В общем, подборочки я сделала сама из каких-то там просто красивых картинок. Первая это вот такая, я решила добавить еще сюда надпись. Одна фотолента, кстати, стоит 20 рублей, там также можно выбирать разную бумагу. Такая как бы морская, в голубом стиле. Потом вот эта, мне, наверное, нравится больше всего, она прям, не знаю, мне кажется, очень вдохновляющая тут. И вот, конечно же, нежная розовая. Я думаю их повесить. В общем, на столе у меня есть магнитная доска, как бы вместо стенки. И я думаю туда как раз-таки повесить эти фотоленты, чтобы они меня вдохновляли. Да, а, кстати, да. Они не хотят обзор рабочих столов? Возможно. Напишите, хотите или нет. Тоже все очень красиво, я довольна. Вот эти две я заказала на глянцевой бумаге, а вот эту вот розовую на матовой. Прикольно. А фотографии полароиды. Я не знаю, наверное, вы видели вот тут стену в наших видасах на заднем плане, что у нас тут висит такая ниточка с фотографиями. Очень мило смотрится. Смотри, какая! Это что, тебе надо? Специально. Это что, нам подарок сделать? Я не знаю. Вот такие вот полароидики. Тут собачка у меня. И они все, кстати, глянцевые. Я заказывала что-то глянцевое. Не знаю, почему. Ну и хорошо. Мне нравится. И еще я заказала, конечно же, фотографию с Камилой. Значит, сама. Администратор. Она посоветовала нам сделать вот с таким блеском. То есть на фотографии накладываются такие блестяшки. И стоит так же, как и глянцевая смазка. Да, они одинаково все стоят. И, в общем, она прислала две штуки. Но выглядит прям бомбезно, мне очень нравится. И теперь мне придется, наверное, отдать Камиле. Все, с днем рождения. Спасибо. Мне такое ощущение, как будто они меняют цвет как-то так прям. А вот нам писали, что они немного переливаются. Да. Дальше у нас тут блокнотики, которые там стоили тоже рублей, наверное, 60. Я решила заказать блокнотик с Сабриной из «Леденящие душу. Приключения Сабрины». А, да. Мне потому что очень понравилась обложка. Я также, в принципе, люблю этот сериал. Вроде бы третий сезон скоро. Так что ждем. «Слава сатане» тут написано. Мне показался он очень-очень красивым. И внутри тут листочки такие, именно как, ну, А4 вот. Да, обычные, как будто разрезали. Ну, в общем, белые, именно то, что они без этих. Да, неразлиновные, то есть прям, мне кажется, именно идеально для рисунков, будет карандашом. Вот мне тоже понравился вот этот вот Камилин принт, эта девочка, но потом я поняла, что это Сабрина, Сабрина я не смотрела, не знаю, может потом как-нибудь. А я взяла вот такой вот рисунок, так очень, там очень много было таких милых рисунков. Я вот тоже смотрела на эту девочку, но такую, решила Сабрину взять. Не, Сабрина тоже очень крутая. Взяла такую, это как сказать... Этажный, да, вот это тамблер, девчонка. Нам вдвоем понравились вот эти два блокнота. Ну все, самое интересное у нас тут. Что это такое? Кто там? Первое нас встречает тут. Смотрите, что мы открыли. Смотрите, я не остановилась на наших фотографиях, решила воспользоваться возможностью. Заказала, как там говорят, плакаты. Плакат. Это называется плакаты. Там можно на А3, по-моему, и на А4 листе. Глянцевые заказала. Вот. Ну, скажи, что это твоя сестра. Ну, это все. А, ну все, наверное, поняли, в общем, заказала. Да нет, наверное. Вот Злата, моя сестра. А бумага такая странная, понятно. Ну, плакат. Плакат. Да, то есть, плакат. Я думаю, это будет лист, именно А4. Ну, нет, это вот именно такая бумага, как плакат. Самое интересное, ступень стикеров. Так, разбираем. А я уже забыла. Смотрите. Все стикеры не вырезаны, но, да. Если что, можете сгадать в конверт. Вообще будет маленький, типа там 10 листов. Но он оказался огромным. То есть, один лист по А5. Набор стоил, по-моему, 160 рублей, если я не ошибаюсь. Получается, один листочек стоит всего 16 рублей. В общем, вот такой вот огромный набор, огромный. В общем, вот этим большим набором я осталась очень довольна. Они очень-очень яркие, и тут очень-очень много стикеров. Да, то есть тут вообще этих наборов там, кстати, очень много. Я не удержалась и заказала себе набор с Ривердейлом. Там, по-моему, было аж 3 подборочки. Почему-то я выбрала именно эту. Думаю, то, что многие смотрели этот сериал. Конечно же, как только я увидела подборку с очень странными делами, я сразу же заказала. Так как это мой любимый сериал, и мне, к тому же, очень понравились все эти картиночки. Тут, кстати, есть точно такая же, как и на сумке. И, конечно же, куда без еды, я заказала подборку. Она называлась фастфуд, но тут, в принципе, как бы и мороженое, которое им не является. Но, в общем,
Все очень яркое, очень аппетитное. Я думаю, то, что для какого-нибудь личного дневника, когда вы съели там, я не знаю, маршмеллоу, вот такую наклеечку наклеить просто идеально. А я, видите ли, оторвалась на Ривердейле, заказала аж 2 листа А4 с этим сериалом. Пишите в комментариях, кто смотрел или смотрит этот сериал. Кстати, ждем какой там 4-й сезон. Все эти наклейки очень-очень яркие и очень-очень качественно пропечатанные. То есть вообще балдеж. И также очень странный, но в то же время очень красивый набор. Я даже не знаю, как их описать. Они очень-очень необычные, да, хотела сказать. То есть с цветами, с небом, с морем, что-то это все в каком-то таком подобном стиле, с очень необычным сочетанием цветов, что очень красиво, завораживающий и привлекательный. Кстати, сколько стоили эти большие наборы? Большие наборчики 50, да. А вот такие вот опять всего лишь под 30 рублей. Шо? Я взяла вот с такими инопланетянами, потому что, не знаю, мне показались они очень интересными, необычными. Кстати, эта подборка, она из какого-то набора, я просто увидела, мне понравилось, спросила, можно ли это распечатать, мне сказали, да, конечно. Вот. Сабрина Спелман, как и на блокноте, только тут, в общем, она в разных стилях изображена, даже не знаю, куда это можно наклеить, но я думаю, что фанаты сериала точно придумают. Заказать за 30 рублей наклеечки с вашим любимым сериалом, мне кажется, это просто идеальный вариант. Ну и все, наша завершающая покупочка у Камилы закончились, и у меня, собственно, тоже. Моя последняя покупка тоже наклейки формата А5 с тоже очень крутым сериалом, который я посмотрела. «Конец грёбаного мира». Очень крутой сериал. Хочу заметить то, что тут есть как бы моменты из самого сериала, также есть и всякие рисунки. В общем, очень прикольная подборка. Так. В общем, все, Камил, вот шок. Такой у нас получился заказ, кстати, на всю. На вот всю прелесть, да. Мы потратили всего 1500 рублей. Это шок. Учитывая, что тут еще эко-сумка, сумка, куча еще стикеров. Качество везде хорошее, печать, все очень классное и очень дешевое. Так что очень дешевое. Не забывайте, что ссылка на эту группу в описании. Переходите, заказывайте и кайфуйте вместе с нами. Напишите в комментариях, что вам из этого понравилось, что вам захотелось здесь из этого заказать. Кстати, еще напишите в комментариях, ваш любимый сериал, какой пример из этих сериалов вы уже смотрели. Ну а мы будем с вами прощаться, так что не забывайте ставить лайки, подписываться на наш канал, обязательно нажимать на колокольчик. И всем пока!